Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас в Марио Тверская. Тема сегодняшнего доклада, как вы знаете, была представить вам бизнес-потенциал города Нью-Йорка. Вторая часть, за которую отвечаю я, это показать возможности выхода на американский рынок посредством нашего центра. Мы называем это сокращенным центром, на самом деле полное название — Международный центр бизнес-развития. Именно наш центр предлагает российским компаниям быстрый и эффективный выход на американский рынок. Способность быстро продвинуться от идеи непосредственно к выходу на американский рынок является составляющей успеха современного бизнеса, особенно международного. Одной из трудностей, которая преследует российских предпринимателей в США, это незнание специфики и законов рынка, которые невозможно понять без физического присутствия на нем. По нашим данным, национальные компании теряют до 80% потенциала бизнеса из-за того, что нет физического присутствия их торговых представителей на территории США. Главная задача нашего центра – это способствовать российским предпринимателям в выходе на американский рынок с минимальными затратами и минимальным риском. Те предприятия, которые пройдут через нашу программу, будут иметь возможность выходить на американский рынок в контролируемых, инкубационных, защищенных условиях, которые мы предлагаем. И они либо поймут, что они готовы работать самостоятельно после прохождения программы, либо поймут, что они еще не готовы выходить на американский рынок и работать в условиях жесткой международной конкуренции. Наш центр представляет собой единственную организацию на территории США, которая предлагает исключительно для российских компаний такого рода услуги. Мы предлагаем правовые, административные, секретарские, финансово-экономические услуги для участников нашей программы и компаниям, которые ищут выход на американский рынок. Центр работает по принципу бизнес-инкубатора. Эта идея впервые была реализована в США в 1959 году. Опыт первоначально казался успешным, благодаря чему уже в 1985 году было 70 бизнес-инкубаторов. Затем, уже через несколько десятков лет, получается, на данный момент в мире более 3000 инкубаторов, но нужно понять, что более половины из них находятся на территории США. Отличие программы, предлагаемой нашей торгово-промышленной палаты, в том, что мы не являемся инвестором. Мы предлагаем конкретные консалтинговые, маркетинговые, административные услуги, которые помогают российским компаниям выходить на рынок в щадящих, защищенных условиях, как я говорил ранее. Представительство, для дополнительной причины для открытия представительства вы можете видеть на наших слайдах. Следующий слайд, пожалуйста. Как я уже упомянул, физическое присутствие поможет вам понять специфику и нюансы рынка, знания которых могут способствовать появлению новых источников дохода. Не только будет замещена потеря дохода потенциального, но еще реальный доход получится сверху. Также вы приобретете важные знания о маркетинге, научно-технических разработках и других процессах, которые дают солидное преимущество для головной компании в России. Основные причины для сотрудничества с нашим центром – это, допустим, вы экспортируете уже товары в США, однако вашего объема посредством недостаточно для того, чтобы открыть свое отдельное представительство. Мы способны помочь вам открыть его на льготных, как я уже говорил, условиях. Также вы можете посещать специализированные индустриальные выставки, трейд-шоу, и все равно чувствовать, что вы еще не готовы выйти на рынок,
Но между тем, вы сами должны понять, что очень важно участвовать на постоянной основе, систематично, на этих торговых площадках. Если вы являетесь участником нашей программы, то наши специалисты поедут представлять вашу продукцию, соответственно, будет тренинг скоординированный с вами на любую из выставок на территории США и Канады. Соответственно, ваши затраты, например, на гостиницу, на перелет международный, они значительно снижаются. Также, почему вы должны использовать именно наш центр, потому что если у вас нет опыта ведения на территории США, то этот опыт можно будет приобрести постепенно, работая с нашими сотрудниками, для того, чтобы вы могли дальше выйти самостоятельно. Следующий слайд, пожалуйста. Главная задача центра – помочь компаниям из России открыть представительство на рынке США с минимальным риском для капитала, доступом к наработкам, ресурсам и средствам, которые крепят позиции компании в международном бизнесе. Помочь развитию бизнеса на самой уязвимой начальной этапе выхода на американский рынок. Выработать бизнес-стратегию без отвлечения на каждодневные административные хлопоты. Следующий слайд, пожалуйста. Бизнес-инкубаторы, по данным нашего партнера, немецко-американской торгово-промышленной палаты, увеличивают шансы на выживание для новых компаний на 87%. Для сравнения, новые компании, не пользующиеся услугами бизнес-инкубаторов, показали выживаемость всего лишь 35%, что значительно меньше половины. Наша торговая палата, которая действует в США с 2006 года, представляет собой уникальный центр по сбору информации о рынке США для российских компаний, желающих выйти на этот рынок, и мы способны помочь им найти партнера или инвестора для взаимодействия с вашей компанией. Наш профессиональный коллектив, который состоит из 15 русскоговорящих сотрудников, которые также прекрасно разговаривают на английском языке, большинство наших сотрудников являются как выпускников лучших университетов России, так и США. Как правило, они имеют, как говорят американцы, double degree, двойную степень, а также имели опыт прохождения работы, практики в американских компаниях, корпорациях. Что конкретно мы предлагаем? Мы предлагаем доступ к офисному помещению и выгодные условия аренды. Что это собой включает? Это включает то, что минимальный контракт, как правило, на территории США для аренды коммерческой получается на 3 года. То есть идет минимум 3 года, а вообще стандарт 5 лет. То есть 3 года сейчас, поскольку рецессия была продолжительной в США, они снизили планку до 3 лет. Стандарт до этого все время был, как брокер по недвижимости, я вам говорю, стандарт был 5 лет. Мы предлагаем вам чуть ли не помесячную оплату. То есть вы можете взять, минимум идет год, но мы можем рассмотреть, если компания нам интересна, то мы можем рассмотреть даже помесячную оплату, чтобы вам быстрее выйти на американский рынок. Также мы оказываем быструю регистрацию вашей компании на территории США с получением всех разрешений, лицензий, сертификатов. Помощь оказываем в получении визы, разрешения на работу для ваших сотрудников, оформление постоянного вида на жительство. Консультационные услуги по бизнес-планированию и бизнес-стратегии. Моментальный доступ к базам данных американских компаний, наработанные годами присутствия на рынке. Бесплатный доступ после присоединения к нашей торгово-промышленной палате в качестве члена контактной сети самой активной российско-американской торговой палаты в США. Как мы определяем нашу активность по двум основным параметрам, которые для любой торговой палаты являются основополагающими? Первое – это количество проведенных мероприятий. За последние 5 лет мы провели 70 мероприятий. Очень много международных конференций, включая Россию в ВТО, где мы лоббируем принятие России в ВТО, поскольку это даст российской компании полноценный, полноправный выход на американский рынок без
ограничения. Следующий слайд. Как открыть ваше представительство на рынке США? В первую очередь вы должны изучить этот рынок. Мы готовы для вас предоставить всю информацию, которая на заказ будет сделана. Вы будете понимать размеры рынка труда, размер компенсации, демографические особенности американского рынка и того региона, в котором будете работать. Стоимость жизни, трудозатраты, особенности экономики и профили вашей индустрии. Дополнительно вы будете иметь полезную информацию и доступ к центру информационных ресурсов, которые у нас есть. Вы будете знать расходы на логистику для доставки ваших товаров, почтовые и последующие услуги, организация деловых встреч и участие в них от вашей компании. То есть наши сотрудники готовы организовать встречу для вас. Вы можете либо сами посетить Нью-Йорк или США, любой город, либо наши сотрудники за вас готовы выехать и встретиться с представителями компании. Представление вашей компании, как я уже говорил, на ярмарках, торговых выставках, индивидуальных выставках. Регистрация представительства с представлением почтового адреса на самом престижном адресе в США. Это Уолл-стрит. Получение лицензии, сертификат разрешения, выделенная телефонная линия с автоответчиком, секретарем. Главный телефон будет звонить в приемный, где наш секретарь будет поднимать, будто на русском, будто на английском языке. Ведение дела производства на английском языке, поддержка секретаря, отправка факсов, копирование, печать, ответ на запросы. То есть все те повседневные хлопоты, которые необходимо вам избежать, а для нас вам помочь сделать. С момента открытия вашего представительства в пределах нашего международного центра у вас будет доступ к офису, рабочему месту. То есть, когда ваш руководитель приезжает к нам, мы вам готовим в зависимости от ваших требований и, скажем так, нужд. Это может быть или же президентский офис на Уолл-стрит, это может быть маленький, небольшой офис, в зависимости от того, с кем вы будете встречаться, какой у вас будет уровень. Я думаю, вы будете просто координировать свою ценовую, бюджетную политику самостоятельно. У вас будет гарантирована телефонная связь с номером в Манхэттене и интернет на каждом рабочем месте, который вы будете использовать, будто вы приезжаете не только на неделю, на месяц или больше, или даже на один день. Доступ к принтеру, копировальной технике, факсовым аппаратам, доступ к конференц-залу, к досковым проекторам CD, доступ к помещению общего пользования, комнате отдыха, приемной, небольшому складу для образцов товара.